Всем приветик, ребят, с вами я, Диана, и у нас в Adopt Me вышло какое-то новое обновление. Я пока что сама ничего не знаю, но уже вижу сбоку, что будет выпуск новых яиц через 6 дней. В общем, давайте пойдем смотреть новое обновление. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в разных валютах. Ну а также Star Pets раздают всем моим подписчикам бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца мая. Переходи на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Во-первых, что я вижу, тут написано, что новое яйцо через 6 дней, но все в тайне. Посмотрите, тут даже нету двух питомчиков, которые держат эту надпись. Это прям, знаете, ребят, такие догадки, Кстати, обновление с динозаврами окончательно ушло из Adopt Me, но, блин, ребят, да, мне очень все интересно, что тут происходит. Хочешь получать питомцев Робукса, а также ножи в Murder Mystery 2 абсолютно бесплатно? Тогда советую зайти в мой телеграм-канал. Ведь я для вас там каждый день делаю классные конкурсы. Условия в них максимально простые, а выиграть может каждый из вас. Также новости про обновления вы сможете узнавать там раньше других. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. Ну а также по нашей традиции в каждом видео я для вас разыгрываю флайера и черепаху. Условия в конкурсах максимально простые, это просто подписка на мой канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и в комментариях написать, что вы участвуете, и написать вот такой вот хэштег. Результаты этого конкурса я подведу в следующем видео. Ну а вот победитель с прошлого конкурса, поздравляю! Все так необычно, но уже новое яйцо, самое главное, что оно будет через 6 дней, поэтому вы успеете закупиться пустынными яйцами, также накопить баксы на новые, потому что в первые дни они будут очень-очень ценными. Так, ребят, смотрите, давайте нажмем сюда, встречайте новый спидран сад. Хорошо, давайте навигацию нажимаем, куда нас поведет стрелочка? Нас стрелочка ведет в домик, где у нас раньше были обе, а точнее они сейчас там есть, но что же там будет, ребята? Я уже с нетерпением хочу это увидеть, потому что там должно быть что-то интересное, но вообще очень классное, я даже не знаю, что тут должно быть. Так, ребят, что это такое? Я зашла сюда, смотрите, тут как обычно обе. Что это за цветок? Что это за 5000? Ребят, я ничего не понимаю. Офигеть, давайте поговорим с этим человечком. Хо-хо-хо, все весь в блом. Привет, меня зовут Мосс. Я устроил хаос в саду вокруг этих зданий обе. Это дело дикую природу дикой. Я обустраивалась в хранилище, но украла все ключи. Я думаю, это была ситуация с ограблением. Все эти питомцы сработали вместе. Вы можете помочь. Догоните новых питомцев на этапах. Короче, ребят, нужно получить 8 ключей, тогда мы сможем заняться какой-то торговлей. Так, ребята, все, давайте заходить в этот портал. Все, заходим. Мне уже интересно, что там будет. Так, начало, что это такое, ребят? Что тут нужно делать? Так, начало, все, я побежала. О! Понимаю, ребят, бежать, бежать, прыгать. Так, 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 бежим, бежим. Я какую-то штуку собираю, не знаю, что я собираю. Так, бежим, 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 ребят. Ой, я пропустила что-то, блин. Питомцы, я ловлю ключи, блин, блин, блин. Я не знаю, что тут нужно делать. Давайте собирать вот так. Я, наверное, что-то не так, ребята, делаю, потому что... Так вот, змею собрала. Так, 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 бежим, бежим, все еще так быстро мне. Так, змею, змею, блин, она исчезла, я не успеваю собрать, что делать-то? Финиш и... Вы догнали вот ключ, нам дали ключ, и получается, нам нужно вернуться сюда через 24 часа, да? Так, я ничего не поняла, ребята, мне дали ключ, но где он? Почему я не могу? Давайте еще раз пробежим, потому что я особо ничего не поняла, давайте еще раз попробуем собрать. Ключ мне дали, но он у меня не добавился в инвентарь, возможно, я что-то не так сделала, просто я не особо еще понимаю, знаете, прям вот это первое обновление, в котором я не понимаю, что нужно делать, вообще как тут все будет происходить. Но я сейчас буду все это проходить, возможно, у меня все получится, ребята. Так, так, прыгаем, прыгаем, все, добежим до конца. И уже посмотрим, что там будет снова заново. Так, все, долетаем до финиша. Так, смотрите, садовая змея, финиш. Хорошая работа так держать, и что? Короче, ребят, через 24 часа сюда можно вернуться. И что это такое? Я не особо поняла. Так, мы сможем сюда что-то посадить. Смотрите, мы что-то выселяем в этот цветочек. Тысяч чего-то, блин, что это такое, ребят? Я ничего не понимаю. У меня есть старый ключ с прошлого обновления. Вот он. Но он будет такой же, но почему-то, скорее всего, этот ключ не подойдет к той двери. Но давайте мы с вами это проверим, выйдем. Так, ребята, идем в магазин, где у нас продаются питомцы. Там у нас есть та самая секретная дверь, которая открывалась 3 года назад, либо 4 года назад, а может вообще 5 лет назад открывалась. Но сейчас мы с вами проверим, возможно ли будет открыть ее вот этим ключом. Поэтому давайте, ребят, пойдем открывать и посмотрим, что же там будет, если у нас получится ее открыть сейчас. Либо же все-таки нам нужно будет собрать 8 ключей, чтобы можно было открыть
эту дверь, блин, мне просто уже очень интересно, что там будет вообще. Разработчики стали делать очень интересные обновления. Так, смотрите, я беру ключ. Я беру ключ. Но тут ничего нельзя сделать. Смотрите, тут ничего нельзя сделать. Тут даже нет кнопочки открыть. Представляете? Все, мы сюда зайти не можем вообще. Не помогает ничего. Возьмем с вами питомца, возьмем коляску. Попробуем на колясочке пройти туда. Давайте, раз, 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 раз. Так, фростфурия моя, давай пролетай туда. Блин, не получается. Не почему-то не... Так, давайте попробуем зайти. Нет, я не, у меня не получается туда зайти. С какой коляской получится зайти? Я не могу туда зайти, что делать? Фурия, давай быстрее. Я реально не могу туда зайти. Мы вот недавно с вами в каком-то видео, я недавно месяц назад снимала про эту дверь, что тут что-то будет. И, кстати, реально это все будет. Все, мы сможем туда зайти. Да блин, я ее взяла! Отпустись. Я только смогла зайти, как будто бы. И опять у меня все не получается. Блин, ребят, сейчас подождите чуток. Так, давайте еще раз пробуем. Опять я забаговала, что это такое? Хочу побыстрее туда зайти, мы точно туда пролезем, там что-то будет. Там 100% разработчики что-то пропустили, будет подсказка. Во-во-во, я вылетела, ребят. Так, смотрите, смотрите. Так. И что, как, что делать? Блин, ребят, должно 100% какой-то просвет должен быть. Давайте как-нибудь попробуем сюда зайти. Но он даже не просвечивается, там ничего нет. Блин, ребят, мы походу не сможем зайти. Вот, нужно реально собрать 8 вот таких вот ключей. И тогда уже вы точно сможете что-то получить там за этой дверью. Каждый день, получается, каждые 24 часа нужно заходить в игру. Еще собирать вот эти штучки, которые там под солнцем. Я не знаю, для чего оно надо, но мы это все с вами узнаем. Потому что я сама еще не разобралась. Буду в предыдущих, в следующих видео вам все рассказывать. Но каждый день вам нужно играть и собирать эти ключи. В принципе, все понятно, собираем каждый день ключи. И через 6 дней уже выйдет у нас яйцо, но кто соберет ключи раньше, скорее всего, мы сможем открыть эту дверь и получить что-то эксклюзивное там. Скорее всего, там будет эксклюзивный питомец, которого мы получим с помощью этих ключей. Но я пока что ничего это не знаю, поэтому будем смотреть дальше. Так что, если вы в начале этого видео не участвуете в конкурсе на Флора Черепаху, обязательно участвуйте. И если вы не смотрели вот эти интересные видео, то обязательно посмотрите.